все о еде. Все любят вкусно поесть, всем известно, что еда – основной источник энергии для человека. Многие знают, что нужно питаться правильно, но лишь у кого-то это действительно получается. В программе «Все о еде» авторы рассказывают о продуктах. Яйцо. Что можно рассказать о нем за 26 минут, спросят критики. А в конце программы они удивятся, что эти 26 минут уже пролетели. Куриные или перепелиные? В моем рационе обязательно присутствуют перепелиные яйца. Почему не утиные? Что делать со страусинами? Для них же не бывает сковородок. Ну, по вкусу, скажем так, я пробовал на любителя. Уникальное сочетание желтка и белка. Много кальция, много фосфора. Повышают ли яйца уровень холестерина? Об этом вы узнаете в конце эксперимента. А еще кулинарные рецепты, витаминный состав, мнение экспертов, умная диета, как добывают, как хранят, как проверяют. Мы расскажем о яйцах все. Я бы их ел, ел и ел. Да что там о яйцах? Мы расскажем вам все о еде.